знаете, я как тренер каждый раз смотрим, победа или нет, что может быть лучше, то же самое сейчас. Как я сказал, там идея была доиграем защиту с давлением. Эта команда опытная, ли, имеют много игроков, которые играют. Мы использовали это в первой половине, недостаточно, я думаю, 7-8 минут. Вторая была больше, дольше. 15 минут можно, и это был причина про, и про этого счет, как есть, 19 очков. Индивидуально, конечно, будем поговорить, каждый игрок надо, может играть лучше, и это наша работа. Мы попробуем каждый раз играть так. Иногда больше, иногда меньше. Это наша идея. Да, как молодая команда, играем активно, агрессивно, да, имеем уровень давления. Я думаю, сегодня это был больше второй половины, чем первой, але окей. Настроение отличное, хорошо подготовились к игре. Команда в целом Барнаула хорошо себя проявила, но сегодня мы были лучше и показали свой максимум активности и концентрации. Защита. То, как мы защищаемся, как мы нападаем на мяч, то есть это очень для нас хорошо, и мы приносим большинство очков своих защиты. Выезд будет тяжелый, следующий на Урал, но будем стараться показать там максимум. Сейчас главное завтра передохнуть и с новыми силами отправляться на выезд. Победа вас!